И у нас есть Петр. И с радостью мы тогда споем сейчас несколько произведений из этого спектакля. Начало его популярности, совершенно какой-то неимоверной популярности в Москве. Он выходит на сцену в костюме и гриме Пьеро с выбеленным лицом. Поет в таинственном лунном полумраке и говорит: «Я вообще не понимаю, чем я мог нравиться публике, но публика валила валом». Он, видимо, попал в какую-то точку того времени. Он говорит: «Поэт я был скромный, музыкант никакой, даже нот не знал. Публики боялся и прятался за этой личиной от нее. Но вот же, говорит, приходили и хлопали». Песня посвящается королеве экрана, его близкой знакомой Вере Холодной. Теперь не жаль.